Так, теперь. Здравствуйте, Юрий Константинович. Саженцы выросли. Вы говорите, их надо обрезать. В смысле, обрезать. Нужен ваш совет. Насколько обрезать? Вот, смотрите. И уже где-то у вас выпал снег. Вот. Значит, я в таких случаях говорю, перед зимой уже. Вот они не пересажены. Явно. Это школка, правильно? Они не пересажены. Значит, их даже прорезать сейчас нельзя. Все, поезд ушел. Месяцем раньше было бы нормально. Так. А сейчас все, ждем. Ну как ждем? Значит, я переживаю, ведь вы уже упомянули персики, так? Я взял, это было 29-го, значит, 3 дня назад. Я взял, бегал за коробками в магазин, так, и показываю вот эту вот фотографию. Несложно, это минимум. Вначале так, видите? Потом второй саженец. Заметьте, я их тоже не собирался обрезать, но они у меня на постоянном месте растут. Этот саженец особый, и почему я не отрезал мертвый? Он не замерзал, нет. Его этим рубанули бензокосой. И он у самой земли, и он умер. А еще ниже появились вот раз, два, три почки. То есть торопиться я не стал, вымахал за лето вот такой. Почему я этот не отрезаю? Я не хочу делать рану. И я еще несколько лет подожду, так как нет раны на нем, он остался. Потом он будет все менее заметный. Я не говорю, что не отрезать. Я говорю, что я просто стараюсь месяца по минимуму. Этот мертвый первый росток, который года старше вот этих, значит, он этому дереву не мешает перезимовать. Здесь наполовину закрыто. Значит, я захочу снега добавлю, если снег, бесснежная зима. Я захочу, не дам туда снегу попасть, потому что когда вот так вот снег наваливает, саженцы ломаются, особенно когда полностью укрыты. Будем проходить. Еще один показываю. То есть я могу регулировать, весь не закрываю. Все, что ниже вот этой коробки, никогда не замерзает. Он и так у меня не замерзает. Я потом и на сане покажу 5 растущих они мощных с мой рост. Вот. Я их покажу вам отдельно, потом сфотографирую, чтобы она рядышком стояла. Мы ее используем как, извините, как шаблон. Вот. Ну, в смысле, что рядом с человеком видно мельче, крупнее. То есть длину легче определить. Смотрим дальше. Еще один. Пока все. А теперь смотрите. Вот один из тех саженцев, двухлетка, да? Я к нему не подходил. У него одна почка, одна ветка была довольно низкая. Я долго не возюсь. Я просто взял, как те годы показывал, просто бревном придавил. Теперь, если снег не будет доставать, можно снегу подсыпать. Вот до этого. Вот. Все. Что зимой здесь, меня абсолютно не волнует. Я еще из лучших лучей, самого растущего, самого раздвиги. Значит, если вдруг зима еще будет круче, чем те две предпоследние 40-градусные, если это отмерзнет, шансов мало. У меня здесь тепловая подушка. Но мы это проходили. Значит, это отмерзнет, этот подниму, все. Вот. И все-таки я один момент. Смотрите, обрезку отрицая, даже мертвого отрицая, помните, тут даже мертвая ветка, я тем не менее говорю, обрезать придется, но только для прививок. Вот.